Кузьмич, приветствую тебя, дорогой мой друг, на канале Старушка Кузьмича. Это видео немножко выбивается из общего контекста наших обзоров и стримов. 7 на 64 мм как эталон ювелирной точности. Это название я даю данному видео не просто так. Прежде всего хочется сразу отметить, что у калибра 7 на 64 самая адекватная баллистика и траектория полета пули. Наряду с такими калибрами, как 7 мм, 300-ка болтовка, 223-й калибр, 7.08 с патроном высокой скорости, 340-й визорби, а также, пожалуй, 6.5 на 55. Я прекрасно знаю, что многим винтовка не зашла, однако уверяю вас, если вы поймете ее особенность, вы полюбите и калибр в целом, и данную винтовку. Калибр 7 на 64 мм обладает хорошей баллистикой и при этом очень слабым патроном. Уверяю вас, это только игровая условность. Под слабым пробоем я подразумеваю под собой отсутствие проникающей способности, не позволяющей бить крупного зверя далее 100 метров и не позволяющей бить средних размеров оленей далее 180 метров. Скорее всего, при выстреле в профиль с более дальней дистанции, чем требуется данному оружию, вы увидите пробитие либо одного легкого, либо вовсе без пробития. Поэтому работайте с данной винтовкой на коротке. Какие плюсы увидел Кузьмич в данном калибре в силу своей характерной непробиваемости, отсутствии проникающей способности? И я вам отвечу следующее. 7 на 64 мм – это чисто соревновательная лошадка. Вы не меньше моего знакомы с условиями соревнований, где нужно убить ту или иную дичь выстрелом в сердце, не задев ни одного органа попутно. Эта история как раз про 7.64. Также я часто использую 7.64 при охоте на койотов, волков, козлов и баранов. И это та дичь, которую 7.64 берет с легкостью.
В общем-то, это все, что я хотел сказать про 7х64. Если вы ищете оружие для тонкой работы, это то, что вам нужно. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо за лайки и за дизлайки. И успехов на просторах заповедника Evergreen.